episódio de Стиль пьяной кисти, стиль белой кости. Как мастер с тростью опасен учти. Если выпадут листья, дойдя до готовности, стебель этих растений продолжит расти. Как бутон и гвоздик где-то на плантарях успел пригвоздить, как убойный вторяк. Если на ломарях или дошел до кондиции, зацепи на крайнях, сто пудов пригодится. Музыка в плеере, как точка опоры, там, где конвейер вращает мой город. У нас хоть и не север, но приподнят ворот. Ветер в небе пакетом рисует узор. Братик, добавь мне зов для моих зарисовок. Черный комбинезон скрывает кроссовок. Не наблюдаю часов и потому не курсован. Который час, зато знаю чье слово. Старая школа — это основа плацдарма. И пусть наши ряды атакуют жандармы. Налей мне, бармен, стакан янтарного, а я добавлю ударных ударом за удар. Таров дребезги бэй давит на виски. На проспекте Ленинском поделен на куски. С бутылкой Хеннесси вокруг зыбучие пески. Страх и ненависть в Лас-Вегасе дымятся косяки. Это бугимен, это Анигена Букин. Это бугимен в магнитоле Бекки Буки. Это бугимен на трубе и на ноутбуке. Чиви-чиви бэй, друг, делай громче. Это бугимен, это Анигена Букин. Это бугимен в магнитоле Бекки Буки. Это бугимен на трубе и на ноутбуке. Чиви-чиви бэй, друг, делай громче звук. Стиль пьяной кисти, стиль белой кости. Как мастер с тростью опасен учти. Если выпадут листья, дойдя до готовности, стебель этих растений продолжит расти. Как бутон и гвоздик где-то на плантарях успел пригвоздить, как убойный вторяк. Если на ломарях или дошел до кондиции, зацепи на крайнях, сто пудов пригодится. Сто пудов пригодится, бра. Сто пудов пригодится. Чека, не бро, стиль пьяной кисти, черный. Вы также знаете, инспектор Ли, у нас, практикующих боевые искусства, много сил и энергии. Иногда наша речь может показаться резкой, но резкость нашей речи не означает, что у нас нет манер. Мы ведь все культурные люди, и не стоит использовать оружие для решения небольших проблем. Приставка андеграунд.